То есть то, что они делают, то, что вы видите, разные названия, они производят для различных европейских брендов. Бауэр немецкий, Jet. Они полностью производят или какие-то части только? Полностью. Да, ну как, есть производство с нуля, то, что будем видеть, у них производство от моторов до компонентов. Они не только двигатели делают, да? Они делают все, ну, типа все элементы. То есть практически вот эти делаются полностью здесь, да? Все компоненты. Некоторые вещи, как вот у ШМК мы заказываем, у ШМК они не производят здесь, они закупают детали. Метаба тоже, я так понимаю, здесь целиком делают. Это то, куда их возил, это ПТИ, это Техтроник, самый ведущий в мире. Вот, они делают. Я отошел, ты сказал про большие объемы, то есть как бы, сколько у них, например, на объеме, я не знаю, там, ну, вот таких, сколько видов? Таких штук, миллион только вот таких штук они производят. Метаба, Скилл, Девольт, все делают здесь, на этом заводе. Миллионами выпускают. Я очень удивлен, просто поражен, можно так сказать. Захотелось себе немножко тут что-нибудь с собой прихватить для нашей лаборатории. Очень, очень интересный инструмент, причем есть такой, которого я даже не видел. Странно прям. Например, вот такую вещь я не видел. Ну, то есть мы такую делали самодельно. Здесь она производится. Лобзики, причем разных видов, самых ведущих производителей мира. Они вот для Америки, для Таиланда. Вот, но то, что моторы выходят через месяц из строя, то есть это делает эту машину очень дорогой. Заменив наш мотор, машина становится неубиваемой. Отлично. Вот как раз про лифтовые лебедки, они делали лифтовые лебедки тоже. Да, вот он стоит. Alibaba, Access Supply. Лифтовые лебедки они производили, но не такого типа, то есть это обычный, как обычный мотор. Центральный, ротор, обычный ротор. Не как мотор-колесо. Поэтому тоже ждут, когда мы начнем готовую продукцию показывать. То, что для особой марки заказывают три ЧПУшные машины. Если посмотреть здесь, только для маленького цеха сколько есть. Огромное количество этих машин для разных типов работы, для разных типов машин, моторов. Здесь для информации, здесь старые цеха. Поэтому машины тоже стоят старые, еще очень старые. Потом мы переместимся в другие цеха. Там более новые машины, новые ЧПУшные машины, обрабатывающие станки другие. Получается, вот это производственное помещение, где-то 100 метров на 70 метров. Здесь работает порядка 100 человек, и ежемесячно они выпускают 40 тысяч единиц готовой продукции в виде асинхронного электродвигателя, ну, разных размеров. На видео там было видно от такого габарита до там вот такого. Вот. Нас сопровождает вице-президент этой компании, именно не выговорю, дабы не коверкать. А вот это их главной офис, там находится шоурум с кучей техники. Скилл, Макита, все известные бренды, Италия, Германия, Франция, все, в общем, производится в этой компании. Это один из их множества заводов. Ты можешь посмотреть на ЧПУшные машины, да, которые заказываются для Фогельмаша и которые стоят здесь. Это только для определенных типов ручного инструмента. Когда говорят о производстве, нужно понимать хоть объемы и сколько видов нужно производить. Как Дмитрий Александрович говорит, там три типа моторов делать, да? Поэтому ограниченное количество машин на таких площадях. А здесь размеры и размах совсем другой. Вот то, что говорил, вот дорогие станки, да, с нашими моторами, которые могут повыситься в цене в три раза.
Хотя себестоимость самого производства с нашим мотором получится всего лишь на $20 дороже. Если эта машина стоит $180, с нашим мотором, как без коллекторник, он будет минимум $500, да, такая машина. Повысив на $20 стоимость производства, получаешь на рынке в 2 раза большую прибыль. Обрати внимание, немецкая фирма сразу, Made in Germany. То есть сразу в Китае делается оборудование для той страны, где оно будет продаваться, как будто оно делалось там. Это нормально для Китая? Это OEM-производство. И для всего мира OEM-производство. То, что мы видим, Metabo, да, известный бренд. Metabo – это японская фирма. А тоже Германия, вот, пожалуйста. Made in China. Да, Made in China, но произведено для Германии. Ну, чтобы она блестела, да? Вот, будет отшлифована. Вот, но они 6-го будут в Москве. То есть, в принципе, не нужен экспресс. Вот, они заберут просто с собой. Поместится у вас чемодан? Да, ну, мы возьмемся дополнительно, ничего страшного. Вот, то есть, в принципе, это самый быстрый и надежный способ доставки. Отлично. Вот. И заодно хорошая реклама и для поднятия настроения инвесторам. Вот. Не, ну это уже готовые детали, это не 3D-печать, да, это уже и оснастка готова. То есть опробовать оснастку и пошло производство. Да, самое главное, что можно будет вообще двинуть эти с пластинами. Да. Проверили, все. Сам пластин вообще. Можно двинуться дальше. Да. Отлично. Да, так молодцы. Что. Молодцы. Молодцы.